Здравствуйте, любители баскетбола, дамы и господа, леди и джентльмены. Добро пожаловать, это снова баскетбол, это я, это мы, MJ Show. Ну и видос будет про баскетбол. Во-первых, хотел бы сказать, что насчет конкурса, конкурс будет анонсирован в понедельник. В понедельник я скажу, что будет, какие дисциплины, точнее. Ну, понятно, что это будет баскетбол, какие условия. Скорее всего, будет 3 на 3, 1 на 1 и еще кое-что халявное. Халявное там, где вам ничего не понадобится делать, лишь маленькая удача. А также насчет крю. Если у вас не замечательные пушистые все побеждающие крю, вы можете бить к нам, найти в поиске Midnight City и, конечно же, купить. А также, если у вас есть вопросы какие-то по поводу игры, но не знаете, где их задать, может быть, вы вечно попадаетесь и вас называть нубом, и вам нужен кто-то, кто даст хороший совет, то обязательно вступайте в Discord, там мы вам ответим на все вопросы. Конечно, иногда порофлят над вами, но в конце концов обязательно ответите на каждый из ваших вопросов. Это как вам это для? Хорошо бросает, нравится? Ну, ладно, мы начнем. Итак, эта игра произошла однажды. Это был вечер или день, я уже не помню, но мы играли нашей прекрасной крю Midnight City против трио. Трио, точнее, два чела с одной, с Тим было и три с, видимо, рандом. Итак, уточки прыгают, ПФ и КТ, любители уточек. Уточка воды. Ну, просто любят кормить, наверное, их все-таки. Итак, кстати, не рекомендуется кормить уточек в водоемах. Вы делаете только хуже. Секундочку. Итак, КТ, в общем, открывает счет. СГ пытается обыграть, мутится, вертится, возвращает мне пас, я кручусь-верчусь и... зевнул, что же я делал? Ничего, возвращаю мяч, и там СГ теряет мяч, мы проигрываем 2 очка. Всех получает, пытается обыграть и забивает в лоб. 0-4. Великолепное начало в нашем стиле. Любим так начинать, но, как говорится, все вернется. Все в этой игре вернется. Получаем мяч на трехочковом броске. Что-то пытаюсь делать, отдаю ПФ, он ничего не выходит. СГ крутится, вертится, дает мне мяч, я делаю финт, СФ прыгает, и я открываю счет в нашей команде. Счет 3-4. Замечательная игра. Итак, снова плотно держу, согнул ноги, держу СФ за яички. И СФ, конечно же, не забивает, потому что мяч до него не доходит. Я получаю мяч, я кручусь, верчусь, обыгрываю бросок, и там СФ не успел. Не успел человек Марк встать, поэтому халявные 3 очка. Итак, КТ пытается обыграть, возвращает на СФ. Опа, СФ бросает. И, конечно же, замечательный 2 очка там. 2 очка, это вам не мыло пытаюсь гонять. Итак, СГ финт, пытаюсь обыграть. Кручусь, верчусь в уголочек и, конечно же, 3 очка. Ну, что может быть прекраснее, чем 3 очка. Согласен, согласен человек, который написал, что СФ нуб, но нападение он, конечно же, забивал, но в защите он прям вот, как будто это я играл. В защите он прям вообще никак не играл, не старался. Поэтому, собственно, мы все время играли через него. И вот нас пытается обыграть, дает пас на КТ, КТ в углу проходит и 2 очка. Интересно, мой ДГ, которого я создал, он будет накрывать вот такие проходы под кольцо? Хотя в пассивках я у него не нашел никакого мануал блока или чего-нибудь подобного. СГ возвращает на другого СГ. Пытается выиграть, так что он забьет. Он же должен забивать. Если он за мной не успел, то он и за этим не успеет обязательно. И так ПФ возвращает назад на СГ. И куда СФ прыгнул? Чел просто мяч получил, он уже прыгает. Ну, прям как я. Я люблю также играть в защите. Чисто случайно кнопочку нажать не на ту. Ой-ой, нашего ПФ подняли как легко. СФ, СФ. И 2 очка. Нет, блок. Блок от всемогущего СГ под названием MJ. Ну, тут 3. Вот мы уже выиграем плюс 10. И замечательный плюс 10. Самый прекрасный в мире плюс 10. Итак. Мне кажется, это конец. Можно заканчивать, друзья. Можно заканчивать, когда такое происходит. Оп, 2 финта. И снова трешка. Трешка сладкая, мощная. Замечательная трешка. Аж стыдно. Согласен, я написал после этого, что аж стыдно, потому что я-то, конечно, играю в защите хреново, но чтобы вот так вот, чтобы просто и 2 финта. Ну, типа, было, все было слишком просто. Все вообще не играл в защите.
Вообще не играл. Вообще ни на что не успевал, ни на драйв спид, ни на что. И, кстати, валяются несколько крутилок, 10 штук, и я до сих пор думаю, на что их потратить, то ли моему замечательному СГ выкрутить. Что-нибудь прекрасное. То ли моему центровому, то ли оставить это для ДГ. О, забивает же. Ну да, чел забивает иногда. Да. Да, на самом деле очень непонятно, как СГ крутится. Ну, точнее, понятно, но непонятна дистанция. Вот как сейчас, мне показалось, что он промажет трех. Но при всем этом он забил ее. Вот я дистанции, допустим, трехочкового броска вообще не чувствую. Опа, какой разворот, и ниже забью. О-о-о-о. Если я такое забиваю, можно, в принципе, точно заканчивать. Итак, собственно. Продолжаем игру. Ну, в принципе, что-то продолжать. Тоже можно не продолжать. Можно поговорить о конкурсе. Так. Насчет конкурса. Итак, супер. Супермена плащ. Открыт трехочковый там. Итак, насчет конкурса. Ну так, 3 на 3 будет. 3 на 3, да. Просто как-то реализовать, надо посмотреть в этом моде, как он будет работать. И 1 на 1. И вот насчет 1 на 1, 3 на 3, я вот думаю, ну 3 на 3, ладно, еще там пофиг, играйте как хотите, с составами, читерскими и не читерскими. А вот насчет 1 на 1, очень забавно будет посмотреть, как ребята с разными классами будут играть друг против друга. Все наберут ПФов и ДГ разных, что ли, получается. Получается так? Получается так. ДГ, ПФ и хватит, или СВ. В общем, будет интересно понаблюдать. Наверное, я сделаю форму специально в гугле, вам нужно будет заполнить, и у вас будут эти шансы на проигрыш, что в командном, что в единоличном, так сказать, турнирной сетке. Единственное, что вот я думаю насчет того, стоит ли мне... Ой-ой-ой, прям меня ударил скаком. Чел просто упал. Просто упал. Просто, знаете, я на месте стоял, он меня бом, и все. Я ничего не делал. Команда сдается. Так вот, ребят, сдаваться это, конечно, хорошо. Точнее, не очень хорошо, но все же. В таком случае уж ладно, я. Хотя, с кем еще учиться, правда? Если сдаваться. В общем, ладно. Увидимся на следующих видосах. Может быть, уже до понедельника. Сейчас погода хорошая, мечта. Так или не видосы снимать или играть. Поэтому увидимся. Всем счастья, здоровья, любви. Всем пока-пока.